Собранные из городских улиц дворняги всех возрастов и окрасов ждут переезда в новый дом. Пункт временного содержания животных муниципальной службы Дорстрой в Саратове готовится получить официальный статус приюта. А на его территории в поселке Гуселка-2 уже началось строительство. Рабочие возводят новые вольеры для собак. По 3 будки будет здесь поставлено. Здесь все рассчитано по методическим указаниям. Здесь все как бы... Но при этом, знаете, тут еще возможность собачке и на дереве полежать, и в песочке здесь полежать на солнышке. Крыша, она закрывает от дождя, от снега и от солнца, в конце концов. А если, например, день солнечный, они полежали, легли здесь на солнышке можно, вот в песочке, вы сейчас увидите. То есть вольеры продуманы, сделаны очень хорошо все. Мне очень нравится. Во-первых, идет ремонт основного блока, где будут содержаться карантинные зоны, операционные, служебные помещения. Во-вторых, ведется монтаж вольеров, тоже согласно всем требованиям по площадям, по размерам будок. Планируется построить 30 вольеров. В настоящее время уже 10 находятся в высокой степени готовности. На следующей неделе первые питомцы уже переедут в новые вольеры. Помимо этого ведутся вспомогательные работы по прокладке системы водоснабжения, водоотведения. За месяц вот установлено периметральное ограждение полностью. Зимой 2019 года сотрудники Дорстроя и волонтеры били тревогу в связи с принятием нового федерального закона о содержании бездомных животных. Собаки могли остаться без еды и крыши над головой. Модернизация приюта стала для них спасением. Это очень хорошо разбирают, но вот в связи с карантином сейчас немножко так притормозила ситуация, потому что люди в основном ездят из Саратовской области за собаками, на охрану берут. С Красноармейска у меня девушка звонила, говорит, вот хотим забрать, не можем приехать. Но у нас собаки на любой вкус, и взрослые, и маленькие, и подростки есть. Приезжайте, я буду рада показать, рассказать характер. Расскажу даже под стерилизацию. Волонтеры у нас могут забрать, простерилизовать и привезти в частный дом. Даже такое есть. Мы с удовольствием раздаем собак. Сейчас в питомнике содержится порядка 130 собак. Помимо новых вольеров, для них обещают благоустроить двор с газоном для выгула. Также по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в заводском районе Саратова будет построен еще один приют для бездомных животных на 300 мест. Анна Обычева, Николай Синегубов, Сарбака ТВ.